Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Леонтьева. Я оперная певица. Я приглашаю вас на свой мастер-класс. Мастер-класс по пению, где я буду показывать и рассказывать немножко необычные вещи. Не так, как это принято преподавать старыми методиками. Это технология обучения пению 21 века. Очень прогрессивная, необычная и достаточно быстро действующая. Вот. Быстро, потому что те зажимы, которые есть в мышцах, которые при обычных методиках пения нужно снимать в течение многих лет, я покажу, как их снимать достаточно быстро. Туда входит в этот пакет, который я буду в этот раз преподавать, туда входит серия профессиональных растяжек, которая поможет вам снять головной зажим, челюстно-лицевой зажим, который нам мешает петь, и профессиональных певцов. Эти растяжки также необходимы, потому что они очень быстро приводят голос в хорошее состояние. Быть в хорошей форме – это всегда челлендж для нас, для профессионалов. Кроме этого, туда входят дыхательные техники и тренировка всех комплексов дыхательных мышц не на голосе. Ну и завершающим этапом этого мастер-класса будет координация. Я буду показывать, как все полученные знания, как их использовать при пении. Профессионалы могут найти на этом мастер-классе ответы на многие вопросы. Ну а певцы начинающие, те, кто хочет только петь, может быть, кто еще не пробовал, или те люди, которые уже пробовали, но так и не поняли, в чем состоит певческая техника, я вас приглашаю прийти, потому что иначе я бы назвала этот мастер-класс «Практическая анатомия для певца». Вот, и те сложные вещи, они запакованы, очень простые упражнения, которые поэтапно доводят от простого к сложному, и вы можете подготовиться очень хорошо, используя эти инструменты, которые я вам буду давать к любому событию, к пению, к концерту, к партии оперной сложнейшей, или просто подготовить и узнать, что такое голос, как инструмент, и как тело участвует во всем этом, и узнать о том, что все тело на самом деле участвует в пении, и подготовить его к тому, чтобы оно зазвучало. Буду рада вас увидеть. Записывайтесь под этим постом. Не откладывайте на последний момент, потому что количество мест в группе ограничено. Вот. Уже есть люди, которые записались, так что записывайтесь. Буду очень рада вас видеть.